В Видновской детской школе искусств мастер-классы проходят довольно часто. Это помогает по-новому взглянуть на своих учеников педагогам ДШИ, а ребятам поучиться мастерству у маститых музыкантов и заслуженных преподавателей. Татьяна Александровна Поспелова в профессии уже 41 год, поэтому без труда находит общий язык с учениками и подмечает, над чем им необходимо поработать. Ребенок не только в силу своей физической какой-то невозможности не может петь многие произведения, которые дано петь взрослому, но еще и ребенок по-разному воспринимает вокальные какие-то процессы, и поэтому сложно с ними очень работать. И педагогам, вокалистам, которые работают с детьми, я бы каждому памятник бы поставила. Академический вокал – это основа основ. Все великие джазовые и эстрадные исполнители занимались академическим или, как его еще называют, классическим вокалом. И неважно, с какой музыкой ребята решат связать свою жизнь в дальнейшем, такие уроки им точно пригодятся. 12-летняя Дарья Корсакова, например, мечтает стать известной эстрадной певицей. Она очень серьезно относится к занятиям музыкой и вокалом, поэтому во время прослушивания спела почти без ошибок. Единственное, не смогла справиться с волнением. И это сразу подметила педагог Татьяна Поспелова и поспешила на помощь. Первое произведение спела, меня начало все трясти, потому что я боялась, вдруг не понравится, вдруг я сделала огромную ошибку. А потом, когда мы стали с ней разговаривать, я как-то перестала бояться. 12-летний Максим Горбенко тоже волновался, но, как настоящий мужчина, виду не подал. Хотя, оказавшись лицом к лицу с камерой, немного засмущался. Мне понравился мастер-класс, я узнал много нового, мне посоветовали много. У детей, как говорят педагоги по вокалу, короткое дыхание. Большую фразу им спеть трудно, поэтому очень важно грамотно подобрать репертуар. И это 90% успеха. Петь – это Божий дар. Но не всем он дан, но некоторые развивают свои голосовые возможности. И голос можно поставить любому человеку. Другое дело, насколько он будет звучать ярко, или же камерно. Также ребятам важно работать над художественной выразительностью и умением держаться на сцене. Подобные мастер-классы отлично справляются и с такими задачами. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.